создаем очаровательную весеннюю брошь из полимерной глины. Берем кусочек зеленой полимерной глины и раскатываем 3 тонких стебелька. Запекаем по инструкции на упаковке. Приступаем к лепке листочков. Нарезаем полоску глины на части, придаем кусочкам каплевидную форму. Далее наносим прожилки листьям при помощи ручки бритвенного станка. Теперь лепим лепестки тюльпана. Это тоже кусочки полимерной глины в форме капельки, в которых сделаем углубление стеком с шариком. Приступаем к сборке цветка. Крепим шарик из пластика к стебельку при помощи жидкой полимерной глины. Оборачиваем шарик лепестками. Крепим к стеблю листочек. Тюльпан готов. Собираем цветы в букет. Из белой полимерной глины лепим ленту и бантик. Теперь запекаем наш букетик. Осталось прикрепить фурнитуру для броши. Покрываем булавку жидкой пластикой, укладываем с изнаночной стороны и закрепляем кусочком полимерной глины. Запекаем по инструкции. Наша брошь «Весенний букет» готова!